Здравствуйте, это я. Мне всего 3 года. Такой красивый, синий, зеленый, желтый. Строители сделали меня прочным и крепким. У меня есть башня с часами. Но сейчас мне скучно. Наконец-то настал день. Он делает мою жизнь совершенно другой. Это самые главные люди в моей жизни. Эти очаровательные дети. 400 пал детских глаз зажигаются и освещают меня изнутри. Вот теперь я доволен. Вот она, моя жизнь. Руководит ей моя хозяйка. Татьяна Александровна Елохина. Она у меня молодец. Это ее жизнь, призвание и радость. В нашем Доме творчества 400 детей развивают творческие способности по 5 направленностям. Художественное, спортивное, туристско-краеведческое, техническое, социально-педагогическое. Всего организовано 42 группы разных возрастов детей от 4 до 18 лет. А дети, они у нас замечательные, чего только они не умеют. Рисуют, поют, танцуют. Учатся делать сувениры, фотографии, вяжут крючком, мастерят роботов, машины, ходят в походы, ездят на экскурсии, шьют мягкие игрушки, одежду. Многие посещают сразу несколько объединений, пробуют свои силы в разных направлениях. 27 детей у нас получают дошкольное образование. 16 педагогов дополнительного образования ведут детей по стране творчества. Средний возраст педагогов 37 лет. За последние 2 года педагогический коллектив пополнился молодыми специалистами. Я ввела в приоритет институт наставничества. Таким образом, инициативность и энергия молодых педагогов стала подкрепляться опытом и профессионализмом их старших коллег. Сплоченная работа коллектива единомышленников способствует стабильному и всестороннему развитию учреждения. Нам есть чем гордиться. Результаты появились не сразу. Им предшествовала большая управленческая работа, где учитывалась инициатива учащихся, педагогов и родителей. Дом детского творчества – призер регионального смотра конкурса на лучшее эстетическое оформление организации дополнительного образования. Победитель регионального конкурса веб-сайтов и многократные победители регионального этапа всероссийских конкурсов проектов в области энергоэффективности и энергосбережения. Наши педагоги – победители и призеры региональных конкурсов профессионального мастерства. Мы гордимся творческими успехами наших детей. За 2 года завоевали 48 призовых мест на региональных этапах конкурсов. Среди них региональный этап международного проекта «Молодежная мода. Новый стиль отношений», «Православная культура Тамбовского края», «Юность России», «Туристическое агентство», «КВН». Главное для меня – это ясное видение конечных целей, понимание масштабности и глубины задач, стоящих перед современным обществом. Правильно определить приоритеты и способы выразить их, сформулировать и спрогнозировать результат. Совместно с заместителями и коллегами мы разработали понятные каждому критерии оценки работы педагога. Четко прописали условия стимулирования. Еще одно направление – это прозрачность и открытость при принятии каждого управленческого решения, доведение до каждого члена коллектива требований и условий их выполнения. На рабочих совещаниях мы разбирали все волнующие нас вопросы. Большое внимание уделяю сетевому взаимодействию. В 2017 году впервые мы закрепили результат совместной деятельности «Педагог-учащийся», открыв на нашей базе трудоустройство. В рамках сетевого взаимодействия с Тамбовским областным учреждением, Центром занятости населения и многофункциональным центром в Доме творчества в летний период было временно трудоустроено 30 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В течение 10 дней девочки и мальчики под руководством педагогов шили изделия из ткани, изготавливали сувенирную продукцию из глины, создавали видеосюжеты о жизни Мучкапского района. С подростками были оформлены трудовые отношения. А в трудовые книжки впервые сделаны записи о приеме на работу. В Доме творчества функционирует инновационная площадка развития и совершенствования технического творчества. Открыт ресурсный центр дополнительного образования технической направленности. В состав центра входит объединение робототехника, мир в объективе, начальное техническое моделирование. Центр обеспечивает равные возможности для мотивации детей и педагогов района к познанию, техническому творчеству и профессиональному самоопределению. Мы готовим юных экскурсоводов, которые успешно принимают участие в развитии внутреннего туризма.
Ребята проводят экскурсии для жителей и гостей поселка. Особое внимание заслуживают экскурсионные поездки по достопримечательным местам нашей Родины. Экскурсионные поездки – это платная услуга. Вырученные средства идут на развитие учреждения. Знания, полученные мною во время экскурсии, я использую в изучении предметов школьного цикла – истории, географии и литературы. Работа Дома творчества неразрывно связана с жизнью района. Мы – организаторы и участники различных массовых мероприятий. Жизнь Дома детского творчества подробно отражается на страницах нашей газеты «Калейдоскоп Лайв», которая выпускается ежемесячно. На двух полноцветных полосах мы, юные корреспонденты, освещаем жизнь нашего учреждения. Говорим о победах, в конкурсах и олимпиадах, рассказываем о интересных фактах и событиях, проводим опросы и берем интервью. В Доме творчества функционирует муниципальная опорная площадка «Подросток и общество», муниципальный центр по работе с одаренными детьми и центр духовно-нравственного воспитания. Сегодня наша система страдает от отсутствия кадров. Эта проблема есть и у нас. Выход я нашла в том, что принимаю на работу профессиональных специалистов с различным образованием. Главное условие – желание работать с детьми, быть мастером в своем деле и постоянно продолжать свое обучение. 8 педагогов поступают на курсы профессиональной переподготовки, чтобы повысить свое мастерство и соответствовать профессиональному стандарту. Главное для меня – это люди. Ведь это они наполняют жизнью наш Дом творчества. Любое оборудование может годами пылиться в коробках, но даже из старой газеты можно сделать шедевр. Важно, кто и с каким настроением за это возьмется. Мы постоянно что-то придумываем, наша работа на виду всего района. С нами интересно детям, поэтому нас поддерживают родители. Видя удовлетворенность родителей, нас поддерживает районное руководство и спонсоры. И вместе мы делаем одно большое дело. Мы помогаем нашим детям быть счастливыми. Она у меня молодец. Это ее жизнь, призвание и радость. Вот и закончился день. Мне было интересно и весело. Я снова красивый. Но мне грустно, я же начинаю скучать. Жду нового дня и моих замечательных жильцов.